Жух-жух! И всем-всем привет, ребята, вы на канале Пипиксели, с вами, как всегда, Андрей. И, ребята, это экстренный выпуск, так как 6 числа, вот здесь вот прописано прям, вот, 6.09, то есть в этот понедельник, который будет, выходит второй сезон АТБ-арены «Таймницы Бальтазара». Ну, как по мне, это как будто третий сезон, потому что первый, второй и третий как бы у меня уже был. Ну, да, ну, третьего еще не было, то есть вот это будет третий. Но, как пишут разработчики, это второй сезон, то есть все, что было до этого, это был первый сезон, а сейчас будет именно настоящий мощный второй сезон. Но я буду иногда называть и третий сезон, и второй сезон, ну, для кого-то, знаете, будет более понятнее, потому что у меня есть и карточки первого сезона, второго сезона, ну и третьего сезона, естественно, будут. Но, как оказывается, все это было только первый сезон. В общем, ребята, и посмотрите, вот игра уже переобновилась, ну, скоро она будет обновляться. У нас уже появились тут такие определенные герои, мы можем увеличить вот такого вот дракона мощного, как здесь. И, ребят, вот такие вот разные фракции. Также мы видим здесь монеточки классные. Также мы будем видеть наборы. Ну, наборы и были, в принципе. Будут новости какие-то выходить. Герои также будем собирать. И все в этом роде. Ребята, это очень круто. Мне прям очень сильно заходит. И, ребята, посмотрите, здесь точно такая же идет картинка мощная. Это, наверное, это будет Бальтазар, Таймницы Бальтазара, это либо какой-то город, либо сам вот этот вот чувак. Я даже не понимаю, что это будет, поэтому будем обязательно смотреть, следить за этими новостями крутотейшими. А это, ребята, просто вы можете тоже подойти в магазин и взять себе в магазине точно такую же книжку, да. Ну, это просто обложка обычно идет, и здесь просто пишут продукты какие-то. Обычные какие-то продуктики нам разрисовали. То есть вы можете... Дальше Гуджитсу, ребята. Кстати, давайте тут по игрушкам пройдемся, по этой игрушкам. Смотрим, ребят. Здесь есть наборы игровые. Также есть даже вот машинки разные. Металл, метабокс. Блин, реально здесь можно много чего выбрать. Так, смотрите, ребята. Лего техника есть. Трактор. Также Лего друзья есть у нас тут находятся. Кстати, по какой цене? 219 гривен стоит. То есть, они разные в ассортименте, каждая по 219. Кстати, Лего Техник всего лишь 219 гривен. Класс, может быть, надо купить. Задуматься об этом. Так, здесь нет игрушек. Также классно идет Matbox. Так, они по 54 гривны, кстати. Классно. Так, тут игровая игрушка 79, автомобиль. Внедорожник. Также есть щенячий патруль. И мягкие игрушки. Ну и Гуджитсу оригинал. И это у нас 349 гривен стоит. Класс. Кстати, может быть купить? Ребята, напишите в комментариях, купить такое или нет. И все. В принципе, здесь все. Такое более уже для повседневной жизни. Также батареечки по 159 гривен есть. Отлично, отлично. В общем, ребят, ну что, будем ждать понедельника. Будем ждать эту игру. Обязательно постараюсь для вас распаковать и посмотреть все карточки. Постараюсь их закупить как следует. Ну, а на этом все, ребяточки. Всем пока и до скорой встречи. До понедельника. Но завтра тоже выйдет, конечно же, какое-то видео. Но если вы ждете именно АТБ-арена, то, ребята, оно выйдет скоро в понедельник. Прямо в понедельник. Поэтому на этом все, ребята. Это был просто экстренный обзорчик. Экстренное видео. На этом все, ребята, всем пока и до скорой встречи. Всем пока, ребята, всем пока.